Чувствуете, что память уже не та. Ухудшается зрение, шум в ушах, плохо двигается шея, болит, немеет рука, тревога, напряжение. Цвет лица и шеи меняется не в лучшую сторону. Все это может быть синдромом позвоночной артерии, который не сулит ничего хорошего для здоровья. Держите от меня отличное упражнение, которое помогает. Вам нужно поочередно то одним, то другим ухом пытаться достать до плеча. Вот таким вот образом. Постепенно, не спеша, вы будете чувствовать, как все тянется, может быть даже небольшой хруст, но это нормально. Главное, чтобы не было сильной боли и дискомфорта. Делайте так 15-20 раз, затем перерыв 20 секунд и еще 3-4 подхода. И будет намного лучше, но, конечно, ситуацию это не исправит в плане осложнений. И именно для этого, чтобы вам реально помочь, я разработал сборник, в котором есть все для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, а ваше здоровье никуда не уходило. Просто переходите по ссылочке и никогда не болейте.